Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители портала Тутбай. Меня зовут Катерина Сипакова, я редактор IT Тутбай. Сегодня у нас очередное интервью по понедельникам. Получилось интересное совпадение. В прошлый раз мы обсуждали вопросы лицензирования и борьбы с пиратством с представителями компании Microsoft. Сегодня к нам в гости пришли представители open-source движения, в частности, минских линуксовок, Minsk Linux User Group. И мы будем обсуждать вопросы вот этой стороны работы с программным обеспечением, его использования, распространения и проблем, которые сегодня существуют в этой отрасли. Представлю наших гостей. Это Андрей Захаревич, член организационного совета линуксовки Minsk Linux User Group, по совместительству, ну, вернее, основное занятие, сотрудник компании SAM Solutions, и его коллега, один из самых активных участников минских линуксовок, Максим Мельников, сотрудник компании Wargaming. Здравствуйте, добрый господа. Добрый день. Очень радостно вас сегодня здесь видеть. Надеюсь, что вы сможете пролить свет на многие вопросы, которые, ну, наверное, для многих людей, не касающихся open-source движения, сейчас кажутся весьма туманными. Вот. Давайте, наверное, начнем с приятного, с повода, который в этом году, правда, немного позже, осенью, будет отмечаться наверняка вами и вашими коллегами-единомышленниками. Это 30-летие open-source движения, мирового open-source движения. Может быть, вы можете рассказать вот в этом контексте, в мировом контексте, об основных вехах развития open-source движения в Беларуси? И к чему в итоге пришли? По сути дела, 30 лет — это довольно спорная дата. Проще всего отсчитывать, скажем, от создания проекта GNU, который вот будет 30-летие в этом году. Первый анонс товарищ Столман выложил как раз в сентябре 30 лет назад. В принципе, не скажу за все 30 лет, к сожалению, слишком молод, чтобы такие вопросы обсуждать. Значит, ну, в принципе, до определенной степени у нас либо повторяется, либо очень схожим путем идет. Есть своя специфика, связанная с тем, что страна маленькая, рынок маленький, и до определенной степени Linux, он больше завязан на, скажем, решение определенных технических задач, в определенных проектах, соответственно, не всегда это open source, и, в принципе, сейчас эта ситуация слегка исправляется. Во многом многие наработки компаний, в общем-то, белорусских, попадают в стрим, в центральную ветку разработки различных проектов. Кстати, помимо этого юбилея у нас еще одно приятное событие. В этом столетии, в 21-м, у нас второй добавился разработчик проекта Debian в Беларуси. Правда, сам он скорее из Беларуси, сейчас он не живет и не работает в нашей стране, но тем не менее. Выходец, работал, учился. Вот это Андрей Шадура, возможно, кто-то с ним лично знаком. Вот, и он, кстати, будет присутствовать на линуксовке, вот, которая пройдет в последнюю субботу марта лично. Может быть, что-то сможет рассказать. Да, наверняка сможет что-то рассказать. Максим, что-нибудь добавите? Да, хотелось бы добавить. Ну, кстати, важно пояснить, что, грубо говоря, с точки зрения там самого развития, там, собственно, две важные веха, по крайней мере, ну, для Беларуси, это появление уже, ну, скажем так, open source разработки, это, в принципе, как часть процесса разработки там коммерческого там, или в любом случае программного обеспечения на заказ, которое там начали делать наши фирмы, там, не знаю, конца 90-х, наверное. Вот. Соответственно, до этого периода, наверное, ну, это точечное использование энтузиастами, плюс весьма там, так или иначе, использование на заводах, это с точки зрения использования, да. То есть это не в развитии там, или участие в разработке, но оно было несколько локальным. Ну, не локальным, а ну, пользовательским, скажем так. Важная уже веха как бы с точки зрения развития там, проекта, ну, грубо говоря, это не с точки зрения того, что мы что-то используем, а скорее, что мы что-то создаем. Вот. Соответственно, ну, вот такое вот, как сказал Андрей, создание началось, в принципе, с моей точки зрения, массово уже, собственно, когда начали появляться компании в Беларуси, просто айтишные, которые занимаются разработкой. Конечно, среди всех же проектов, которые были, сразу же в том числе появились проекты open source. Вот, как платформа Linux, она себя достаточно быстро зарекомендовала там в области embedded и серверного, и периодически приходят заказы, и там хочешь не хочешь, ты делаешь что-то, собственно, для Linux. Соответственно, ну, в каком-то аспекте
получается, там уже получается с начала 2000-х Беларусь является, ну, как разработчиком частично, ну, у нас много компаний. Со второй точки зрения, из Беларуси, ну, обязательно добавить, что у нас в Беларуси это огромная кузница кадров, люди, которые в какое-то время работали в белорусских компаниях, потом работают, теперь работают в Microsoft, в Nokia, в Red Hat, в Opera. Вот, компании, причем они занимаются Linux, занимаются активной разработкой. То есть здесь они работали в основном какие-то кастомные проекты, какие-то, а потом что-то вроде, не знаю, можно сказать, выросли, может, приблизились к апстриму, приблизились к тем компаниям, которые занимаются исключительно коммерческой или там вот, свободной разработкой Linux, и теперь там на полную свое время там уделяют его разработке уже в других компаниях. А вот в связи с тем, что активное участие белорусов в, именно в разработке началось, ну, относительно недавно, ну, по крайней мере, относительно вот этих вот 30 лет, можно ли сказать, что все-таки у нас пик развития open-source движения пришелся немного на другой период, чем во всем мире? Что сейчас происходит в мире с open-source движением и в Беларуси? В мире, насколько я понимаю, есть некоторые проблемы снижения уровня роста, количество там разработчиков, прочее. Это связано, скорее всего, с тем, что open-source движение достаточно взрослое. Проекты стали достаточно сложными для того, чтобы нельзя было за одну ночь там написать 30 разных утилит, которые будут использоваться в дальнейшем в течение еще 50 лет не менее эффективно и не сильно изменяясь. Вот. Большинство проектов, которые сейчас активно развиваются, они, в принципе, требуют изрядного количества знаний и умений для того, чтобы войти в них. То есть нельзя просто там, вот, слегка почитав учебник по питону, сесть и начать чего-то писать сразу же глобальное, активно участвовать в проекте не получится, придется какое-то время изучать, собственно, сам проект. Вот. В Беларуси, ну, в Беларуси есть своя некоторая специфика, поскольку... Здесь я боюсь, не сильно специалист по образованию, но тем не менее, у нас не сильно широко преподается Linux. В академических кругах он не широко используется. Насколько я знаю, его преподают в двух местах, то есть в БГУ и в Брестском государственном университете на постоянной основе, я имею в виду. То есть это не единичный прочитанный курс, а перманентно из года в год, все время. Вот. Но здесь, опять же, есть специфика, что те же самые системы и сети можно начитывать на разном материале, с разными примерами. Вот. Здесь это, возможно, во многом специфика Беларуси, поскольку, вот, например, как говорили наши венгерские коллеги на ЛВИ, у них в академических кругах долгое время использовался Unix, поэтому пересесть на Linux было гораздо проще и естественнее. Как раз многим из преподавателей было бы сложнее пересаживаться на Windows, потому что там немножко все по-другому. Вот, поэтому у них как раз академические круги больше пересели на Linux, и, соответственно, он более широко используется и преподается. Поэтому есть более широкая подпитка специалистами или, скажем, людьми, знакомыми с реалиями этой вот среды, которые при необходимости, при желании могут присоединиться к существующим проектам или начать свои. Вот, опять же, зная какую-то специфику, проще определить, какой проект нужен, чего не хватает, скажем. Что нужно создать такое, что будет лучше и тебе, возможно, заинтересует других. А, да, вот, собственно, понятно, да, что пробелы в системе образования определенные есть, с вашей точки зрения. Наверное, вы своими линуксовками как раз пытаетесь как-то закрыть те дыры, которые сейчас есть. Что вообще такое линуксовка, как она проходит и для кого? Вообще изначально линуксовка — это встреча линукс-активистов, то есть фактически пользователей Linux. Сейчас мы хотели несколько расширить, благодаря некоторым активистам, не совсем Linux комьюнити это удалось. То есть сейчас линуксовка — это, по сути дела, встреча любителей, интересующихся и прочих, так или иначе, вовлеченных в open-source движение. Вот. На самом деле, один из наиболее активных участников линуксовок — это, в общем-то, разработчик NetBSD. Вот, господин Чеусов, я думаю, что многие его знают. Вот, он очень активен, любит участвовать, обсуждать специфику Linux в сравнении с BSD, просто специфику Linux. В общем-то, в принципе, мы сейчас старались, чтобы это было более широко, чем просто пользователи Linux. То есть NetBSD, FreeBSD, если это open source, пожалуйста, приходите, обсуждайте. Значит, в плане образования здесь не только образование, скажем, образование
обмен опытом, в принципе. И очень важный аспект, который, к сожалению, пока не удалось сильно продвинуть, это помощь новичкам. То есть, в общем-то, во многих странах линуксовки проходят под эгидой: придите к нам, мы вам при необходимости поставим на ваш ноутбук или что вы там принесли Linux. Если вы уже сами поставили, возникли проблемы, приходите к нам, мы постараемся в силу своих знаний и умений вам помочь. Вот. У нас, к сожалению, насколько я знаю, таких актов помощи было за историю обновленную историю линуксовок. То есть вот, последний год они регулярно проводятся. По-моему, то ли 3, то ли 4 раза. Вот. Вопрос здесь даже не в том, что, скажем, может быть, мы не совсем правильно освещали этот вопрос. Может быть, еще что-то отчасти возможно, потому что у нас идут доклады самой разной тематики, начиная от: ребята, я вот вчера поставил Linux и нашел замечательную штуку, которая позволяет управлять конфигурацией, делать ее бэкапы и так далее. До докладов, там, типа, разработка чего-то очень специфического в том же самом embedded, это может быть сложно для начинающих. Вот, возможно, кого-то это пугает. Возможно, ну, здесь отчасти просто пассивность, присущие нашим людям, в том, что я пришел, давайте вот сразу само сделается мне хорошо. Вот здесь нужно хотя бы просто набраться смелости, озвучить проблему, чтобы люди знали, что вам нужна помощь. Вот. Но, с другой стороны, эта ситуация слегка сдвигается. Вот буквально последние пару раз у нас как-то начались какие-то обращения за помощью, пусть не смелые. Вот. И, надеюсь, на следующей линуксовке что-то изменится, потому что начали звонить. Вот. Но в целом, по сути дела, мы не хотели бы устраивать некое гетто определенного уровня там, знаний, умений или определенного направления использования Linux, там, программирование, администрирование, чистое пользование. То есть все, что касается open source, Linux в том числе, мы бы хотели дать возможность высказаться, поделиться мнениями. То есть помимо, собственно, докладов, которые можно как запланировать, так и прийти на месте, сказать, что «а вот я хочу рассказать про эту тему». Мы, в общем-то, стараемся создать возможность для того, чтобы там было нормальное такое общение в кулуарах. То есть, с одной стороны, постоянно разбиваться на группки – это плохо, потому что в целом не будет мероприятия, которое рано или поздно, скорее рано рассыплется. С другой стороны, нужно, чтобы была возможность обсудить на месте. При необходимости даже подойти и задать автору доклада за вопросы, которые в доклад не вошли, потому что они там слишком широкие или слишком узкие. Но в то же время вот конкретно вам это очень важно. Конкретно с этим вы планируете работать или это изучать. Поэтому нужно, чтобы была возможность общения вот не формального, официозного. Поэтому, с одной стороны, есть доклады, с другой стороны, есть перерывы между докладами, там просто интервал времени по окончании докладов, когда можно просто сесть, пообщаться с интересными тебе людьми, обсудить какие-то проблемы, прийти спросить. Сколько человек примерно в среднем участвует? В последнее время где-то от 30 до 50 зависит. Вот. Плюс, в общем-то, линуксовка – это не как театр, когда ты пришел, и вот от начала до конца желательно отбыть. То есть люди постоянно приходят, уходят. Опять же, если есть заявленные заранее доклады, здесь можно прийти просто под доклад послушать. Плюс, в последнее время мы вот в сотрудничестве с господином Пынькиным, который представляет компанию EPAM, наладили некотором роде интернет-трансляции. Он же преподает, кстати, один из двух преподавателей, который перманентно читает курсы по Linux. Вот, мы с ним наладили интернет-трансляцию. Вот, может быть, пока не все получается, но тем не менее есть возможность у людей, которые не присутствуют в стране, в Минске или просто не могут прийти, в интернете просто ознакомиться с тем, что происходило, как и хотя бы просто послушать, если не поучаствовать. Вот. Насколько это полезно? Ну, есть вопросы докладчикам, есть интерес, то есть, видимо, это в какой-то мере востребовано. Вот. Ну, в общем, 30-50 человек, это, наверное, не так мало. Но, с другой стороны, это не так много. Конечно, да, тут, ну, как со стаканом, то ли он наполовину пуст, то ли наполовину полон. Но, тем не менее, то есть это все равно это какая-то небольшая часть тех специалистов или начинающих, кто интересуется open source и Linux в частности. У вас есть какая-то информация вообще о масштабах использования open source и Linux в Беларуси в частных компаниях, на производстве? Может быть, вы знаете о каких-то отличиях, не знаю, региональных, отраслевых?
Ну, смотрите, важный момент, что, вообще говоря, там куча людей на заводах, в компаниях его, ну, если мы говорим про использование, про использование, то его используют практически все прямо или косвенно. Ну, нет человека, которым не пользуется Linux, у него он окажется либо на телефоне, либо на коммутаторе в офисе, либо там на сервере в офисе, либо еще где-то. То есть оно, ну, без этого уже никак. И, в принципе, для всех, как бы давно уже для всех компаний, тут Беларусь несколько не исключение, ну, характерна гетерогенная система, когда есть одно, второе, третье и четвертое. Это вот с точки зрения использования. То есть он, ну, однозначно везде. Вопрос возникает там с точки зрения того, как много этих компаний там участвуют в разработке, или насколько активно это, ну, активно используется. В том плане, что с одной стороны там телефон, который на андроиде, или там сетевая железка, она как бы работает себе на Linux, не требует никакого специального обслуживания. Да, а там специальные сервера под Linux и так далее. Так или иначе, на коммерческих, в смысле, на наших промышленных предприятиях, на заводах, на государственных предприятиях есть такая тенденция, еще, в принципе, часть оборудования была на коммерческих Unix'ах, на коммерческих там оборудованиях вот, различных вендоров. Есть определенный вектор по всем компаниям миграции, это в сторону Linux, но это как бы такая внутренняя миграция. Вот. Это вот с точки зрения использования. С точки зрения разработки, это, ну, в основном, ну, участие в разработке, в большинстве своем, на, так или иначе, у различных компаний, когда появляется необходимо что-то доделать, что-то допоправить чуть-чуть, как бы исправить под свои кастомные нужды, это такое-таки точечное участие в разработке возникает у них, в принципе. Но, опять же, я думаю, что идут практически это всюду, если не в виде, грубо говоря, там, ну, каких-то исправлений, то не менее важным, как в виде документации, вопросов, составления багов, это тоже весьма активное участие, отправить там какой-то продукт, там, баг о том, что что-то не работает, чтобы разработчики могли исправить. Вот. Ну, естественно, значительно более массовое использование происходит там, где компании, ну, Linux просто активно пользуются, в плане вот это либо платформа серверная, это уже более характерно для IT-компаний, вот, либо они участвуют в разработке каких-то продуктов, если мы говорим про аутсорс-компании, в которые приходят заказы, связанные с разработкой под Linux, либо там все что угодно там между ними может быть. Особая специфика в Беларуси, наверное, тут несколько сложностей складывается. Тут есть, в принципе, такая тенденция, что как бы, ну, две тенденции, в принципе, в мире. Первая — это переход в так называемые облачные всевычисления, и это тут Linux выступает уже как серверная инфраструктура, и развитие ее как серверной инфраструктуры, то есть за последние годы, например, там, основное развитие, ну, развитие виртуализации. Вот. И тут, грубо говоря, там, этот вектор по нашим компаниям достаточно проходится, как с точки зрения аутсорс-компании. Да? Приходят заказы на какую-то веб-разработку, и там хочешь, не хочешь, оказывается Linux. А, и какая вот, вот в этом вот контексте, насколько серьезен дефицит кадров? Он серьезен не только в Беларуси, это, в принципе, тенденция в мире. Вот, это замечено теми же самыми open-source комьюнити международными. Вот, и здесь Беларусь в каком-то мере, в какой-то мере не уникальна, поскольку дефицит касается всех, в какой-то мере уникальна, поскольку у нас в связи с тем, что в основном появление специалистов в Linux это самозарождение, либо обучение на производстве, просто их приток меньше. Вот, то есть этот вот самый кризис, он касается нас в большей степени, поскольку у нас либо ты сам выучил Linux, либо ты пришел на работу, тебя там научили для того, чтобы ты участвовал в разработке там, или в поддержке какой-то конкретной системы. Соответственно, приток из таких источников, естественно, меньше, поскольку само обучение это требуется определенная мотивация, требуется желание, ну и, конечно, время, силы, здоровье. Вот. В производстве, опять же, далеко не всегда компания хочет набирать человека с нулевым уровнем знаний и учить его на месте. Вот. Это может быть или может посчитаться невыгодным, там, более длительным, более сложным. Возможно, у них есть необходимость прямо сейчас, вот, чтобы человек взялся за это все, за инфраструктуру, которая у них уже имеется, и поддерживал прямо вот в текущем виде, возможно, еще что-то добавляет. То есть требуется уже специалист с определенным уровнем, с определенным опытом. Вот поэтому здесь получается в определенной степени ситуация, когда специалистов компании по очереди перекупают друг у друга. Вот. Ну или вот, скажем, как Wargaming, просто по очереди покупают у всех. Вот. Собственно, здесь ситуация просто отображает то, что у нас на рынке, к сожалению, потребность специалистов со знаниями, дающими возможность участвовать в таких проектах, растет, но в то же время количество специалистов растет крайне медленно. Поэтому вот...
Ну, есть, вот, например, с вашей стороны, со стороны Linux Community, какие-то шаги в сторону, не знаю, какие-то предложения, может быть, Министерству образования или конкретным университетам для того, чтобы усилить подготовку кадров? Попытки регулярно происходят, но это происходит, не дает весьма качественных результатов, потому что есть такая интересная тенденция, вот на примере, как бы как это происходит из разряда, если поставить пользователю, не знаю, школьнику в школьные времена его Windows, он через пару лет будет пользователем и привязанной к платформе. А если поставить школьнику Linux, то можно через пару лет получить инженера. Ну, как бы с точки зрения экономических, там, точки зрения, ну, вообще, грубо говоря, развития IT, второй там инструмент, там, неважно, на чем он будет разрабатывать, сам факт, что у него там проявятся у многих детей там инженерные навыки. Вот. Ну, потому что можно поразбираться, узнать, как оно внутри работает. У детей этот навык весьма, ну, превалирует. Еще не упрощенно, скажем. Да, превалирует на всем. И попытки повлиять на Министерство образования происходят, но регулярно это все, ну, встыкается в то, что, ну, как бы не хоть... Опасно что-то такое говорить, поскольку это мое личное мнение, да. Но постоянно воспринимается достаточно в штыки. Есть преподаватели, которые не хотят никаких изменений в принципе. Зарплата у них не мотивирует их там серьезно сесть что-то переизучать. Вот. Есть весьма серьезные там влияния Microsoft как компании, как, ну, типа, у вас проблемы с лицензиями, давайте мы вам подешевле лицензии продадим и так далее. Вот, такое давление уже со стороны больших вендоров. Вот, тут мне хотелось бы привести пример Китая, который вот в прошлом году достаточно серьезно решил, ну, перенаправить развитие своей страны там в области IT, и они взяли, перешли по программе, что у них теперь в школах массово внедряется Linux, просто вот повально, как государственная программа, и, грубо говоря, там это, ну, грубо говоря, там под видом национальной ОС, но по факту это на базе Linux. И по факту, ну, четко видно, что Китай через 5-10 лет получит просто полмиллиона людей, которые знакомы с Linux, которые будут там активно его разрабатывать. Ну, это все политика Китая, там, на быть самодостаточным в этом плане. Но это весьма такое, ну, с моей точки зрения, очень правильное, очень интересное направление, только для того, чтобы поиметь через несколько лет качественный просто пласт инженеров, а не просто пользователей, которые, ну, просто умеют что-то разрабатывать так или иначе. С экономической точки зрения, там, в IT у нас все больше и больше денег. Я бы хотел здесь дополнить Максима. Мне кажется, что у меня тоже складывается впечатление во многом, что проблема отчасти в том, что не заинтересованный преподаватель в университете что-то менять. То есть, если он хорошо знаком там, с тем же самым Windows, умеет рассказывать свою тему по конкретно средствам разработки, которые привязаны к Windows, у него нет мотивации учить Linux. Вот. Если нет мотивации, то нужен другой преподаватель, чтобы перейти на Linux, чтобы этот курс можно было там слушать на двух разных платформах. Вот. Кто будет учить? Вот господин Пынькин, которого мы упоминали, осуществил, собственно, свой и осуществляет свой проект по поддержке отечественного образования. Вот он там работает, непосредственно сам читает лекции, это хорошо. Но как бы большинство участников сообщества, ну, скажем, не преподаватели. Ни по образованию, ни по склонностям. То есть что-то слегка помочь многие хотят, но тоже, опять же, не все. Поэтому здесь вопрос в том, что для того, чтобы поставить на образовательные рельсы это дело, нужно либо, как говорил Максим, с самого начала давать детям играться, а здесь прелесть в том, что Linux — это замечательная платформа для творчества. Не в том смысле, что там фотографии, видео только. Здесь техническое творчество в том виде, как это называлось в Советском Союзе, то есть там схемы, платы, все, что хочешь, то есть все, что ты создаешь сам, творишь. Вот. Это может быть программа, это может быть некое внешнее устройство, которое работает с компьютером. Тут очень все замечательно и просто, потому что в большинстве случаев ты имеешь документацию, хотя бы там не совсем богатую, но тем не менее описано, как что работает. Соответственно, если у тебя есть время и желание, сядешь и разберешься. Вот, буквально во всем. Вот. И по поводу образования здесь есть тоже, опять же, момент, что, например, очень сильно зависит все же от, скажем, преподавателя, чем потом в результате выученные у него студенты или школьники будут пользоваться, скажем, на базе этого курса. То есть многие программистские те же самые курсы, не всегда программистские, даже пользовательские, по сути дела, не привязаны к определенной программе. Если их правильно начитать, то человеку будет все равно. То есть там то или другое, есть какая-то специфика, но нет жесткой привязки. Вот примером может быть моя супруга, которая когда-то в Кыргызстане начитывала курс для начинающих, то есть вообще для пользователей. Насколько я знаю, часть времени этот курс проводился на базе Linux класса.
Вот. В то же время все пользователи, которые его прошли, его очень хвалили и абсолютно свободно пользовались Windows. То есть не было дано привязки к конкретной системе. Ты знаешь, что вот это вот, значит, есть почтовый клиент, есть браузер, основные навыки работы, а как они там конкретно называются, это, по сути дела, не важно. Да, вот, кстати, Максим сказал интересную вещь. Один из факторов, который может мешать гипотетически распространению, широкому распространению Linux, начиная с малых лет, это активная экспансия крупных вендоров программного обеспечения, таких как Microsoft. Насколько действительно серьезно, по-вашему, стоит вот такая проблема, когда Microsoft, у которого есть средства, время, ресурсы на то, чтобы продвигать себя и свой продукт, и, с другой стороны, Linux и другие open-source продукты, которые просто на энтузиазме развиваются. Можно ли как-то применять вот такие вот маркетинговые приемы, и что нужно для того, чтобы они могли бы быть применимы для того же Linux? Здесь нельзя сказать, что Microsoft — это такой конкретный враг Linux. Фактически они одно время были главным контрибьютором месяца по Linux-ядру. То есть им нужно было, чтобы в Linux-ядре появилась поддержка их виртуализации. И она появилась ценой большого вливания программного кода в ядро, и, соответственно, Microsoft был разработчиком номер один этого месяца по Linux. Вот. Опять же, то же самое ядро разрабатывает группа компаний, и фактически проводились исследования, которые показывают, что ни одна из этих компаний поодиночке не в состоянии провести разработку аналогичную еще раз в обозримой перспективе. То есть там 10-15 лет. Ну, тут опять же, да, меркантильный интерес. То есть здесь, по сути дела, идет речь о том, что многие крупные open-source проекты — это, по сути дела, даже не компания энтузиастов или в чистом виде некая одна коммерческая компания. Большое количество различных интересов. То есть участвуют энтузиасты, участвуют крупные компании, которые видят этот вот самый продукт как какую-то среду или инструмент, который будет использоваться в их, собственно, крупных не бесплатных проектах, на котором они, собственно, будут зарабатывать деньги. Это очень удобно, когда те же самые среды разработки или еще что-нибудь, что, по сути дела, универсальны, разрабатывают группа компаний под свои нужды. Вот. Они вкладывают деньги, время. Те же самые энтузиасты могут приходить на зарплату для того, чтобы порешать в рабочее время проблемы вот этого конкретного проекта. Возможно, с некоторым уклоном на специфику компании, насколько я знаю, не всегда. Возможно, Максим меня поправит. Вот поэтому, по сути дела, здесь, ну, как бы, есть определенные маркетинговые вопросы, то есть кто лучше продается, но нет вопросов по тому, что Microsoft однозначно хочет убить Linux там, или другой open-source проект. Ну, есть определенная конкуренция, но не тотальное уничтожение противника. Обычная торговля. Вот, вопрос в том, что, возможно, open-source менее централизованно продвигается, но, с другой стороны, опять же, мобильный рынок, рынок встраиваемой техники и серверный рынок уже, в общем-то, за open-source проектами, в том числе тот же самый Linux. Вот. Поэтому здесь, скажем, говорить о доминировании Microsoft в этих сферах уже невозможно. У них очень малая доля рынка. На десктопах, возможно, здесь есть проблема или задача, скажем, для сообщества в том, чтобы активнее продвигать. Но, с другой стороны, опять же, многие из тех, кто имеет склонность к техническому творчеству, скажем, и попробовали Linux, обратно вернуться, оно было бы крайне затруднительно, потому что вот тебе дали такую огромную игрушку, которую можно там настраивать под себя, развивать, делать на базе нее все, что хочешь. Буквально вот можно и при желании там на базе каких-то open-source наработок даже собственный вариант телефона запилить. Вот, или там на тот же самый Android Phone там чего-то не совсем андроидное поставить, тоже с ядром Linux, то есть вариантов масса. А тут тебя раз и ограничили рамочками. Вернуться будет очень тяжело. Человек будет пытаться выйти за рамочки, вот, и вернуться в комфортное состояние, когда, в общем-то, это все возможно, когда есть возможность ознакомиться с тем, что, как оно работает внутри, при необходимости чего-то заменить, перенастроить, переключить. То есть здесь, в общем-то, возможности гораздо более широкие. Вот. Ну, то есть все-таки тут, опять же, наверное, недостаточный уровень подготовки обычных пользователей, которые просто, ну, большинство людей, наверное, которые привыкли пользоваться Windows, они просто не смогут взять и легко перейти на Linux. Ну, тут во многом зависит от того, как повезет, потому что частенько получается так, что
для, после установки Windows требует установки драйверов, там, uh-huh. прочего дополнительного программного обеспечения. А тут у себя установка, которая частенько может подхватить все драйверы сразу же. Uh-huh. Да, бывает не так. Бывает необходимо какие-то еще дополнительные действия, там, хотя бы просто поискать инструкцию, как чего. Вот. Но частенько ты получаешь работающую систему на том железе, которая у тебя была сразу же. Uh-huh. Вот, опять же, обновление программного комплекса, вот, стоящего у пользователя. Это же не только операционная система, это масса других программных продуктов. Uh-huh. На Linux в большинстве случаев у тебя стоит все из дистрибутивного одного места, где вот, собственно, хранятся все эти пакеты. Вот. И обновление происходит буквально одной-двумя командами, или буквально заходишь в окошко и говоришь ему обновить все. И он обновляет буквально все стоящие программные пакеты, uh-huh. то есть все программы на компьютере обновляются централизованно. А тут у тебя есть централизованное обновление Windows, потом отдельно нужно скачать обновление Office или вместе. Но тем не менее есть еще масса других программ, которые требуются дополнительные усилия, то есть зайти на сайт уже другого разработчика, скачать его, установить отдельно. Иногда там еще удалить предыдущую версию. А можно установить галочку «Автоматическое обновление»? Не везде. Не всюду такая не везде, галочка да, есть. Но... А вот в Linux можно поставить такую галочку для всей системы, оно будет обновлять вообще все в большинстве случаев. Угу. На самом деле получается, что последнее время, наверное, уже последние несколько лет, это не вопрос, будет сложно или будет легко, а готов ли человек экспериментировать и попробовать. Угу. Большинство людей, которые пробуют, в принципе, у них не остаются довольны там по каким-то причинам, либо переходят, не переходят, но, по крайней мере, страх и себя снимает, остается понимание того, что могу пользоваться этим, могу этим, но останусь на этом. Ну, неважно, что бы это ни было. Угу. Кстати, вопросы лицензирования. Microsoft очень активно защищает свои авторские права, активно борется с пиратством. Linux это не пугает. Нет, подождите. Linux тоже активно борется за свои права и активно в этом участвует. И, грубо говоря, есть пачка лицензий с точки зрения open source, которые запрещают коммерческим компаниям, например, разрабатывать какой-то продукт, закрывать исходники и потом зарабатывать на этом деньги. И по миру происходит регулярно какое-то достаточно большое количество судов с такими компаниями, когда разработчики требуют открытия исходников, открытия наработок. То есть... Исполнение, собственно, лицензии. То есть в лицензии прописано и право автора потребовать исполнение этой лицензии, что если ты использовал его наработки, будь добр, поделись, отдай обратно. Поделись сообществом. Uh-huh. Вот. И, собственно, во многом, возможно, именно такая фашистская лицензия была залогом успеха Linux-ядра. То есть, если ты наработал чего-то интересное, дай другим поработать с этим же. Поделись успехом. Вот. В результате здесь как бы лицензии вполне есть. Большое количество open-source лицензий, которые там требуют открытия исходников, не требуют открытия исходников, более жесткие, менее жесткие, но это все лицензии, которые, в общем-то, каким-то продуктом они применяются. Uh-huh. Вот. Это продукт может быть документация, это может быть какая-то библиотека, то есть не конечный продукт для пользователя, а нечто, что используют разработчики. Это может быть уже конечный продукт для пользователя, но тем не менее у них есть определенные лицензии. Uh-huh. Вот. Чтобы автора права не нарушать, а есть как имущественные права, собственно, там, поделись наработкой, заплати деньги, так и неимущественные права, то есть Гомер все равно будет автором Илиады, даже несмотря на то, что его имущественные права по сроку давности уже давно прекратились, да и, собственно, он сам умер. Вот. Тем не менее, право называться автором произведения за ним закреплено просто вот сколько произведений воспроизводится. Вот. Здесь это тоже, то есть, если вы используете наработки определенного проекта, будьте добры на него ссылаться, чтобы было известно, что это. Это понятно, да. Но это все-таки немножко другое, чем то, чем занимается Microsoft. Microsoft вообще, в принципе, против того, чтобы кому-то что-то просто так взять и отдать. Вот. Одно дело сказать, что да, у меня вот стоит Microsoft, не утаивая, что это за система, а другое дело просто обязательно платить за нее деньги. Вот. Кстати, про деньги. Какие схемы монетизации в open-source проектах сейчас существуют? Потому что, ну, наверное, многие думают, что раз open-source, то, наверное, оно там все бесплатно, вот, и можно... Free as a speech, not free as a beer. Uh-huh. То есть свободное как право высказывания, свобода слова, не бесплатное, как бесплатное пиво.
Здесь, в общем-то, схемы монетизации могут быть разные. Во-первых, как я уже говорил, компания может участвовать в open-source проекте, который не является ее конечным продуктом, она его не продает. Она продает продукты на его основе. Uh-huh. Все, что касается этого open-source проекта, она контрибьютит, то есть отдает сообществу. Вот мы наработали это, пользуйтесь. Uh-huh. Вот. С другой стороны, она на базе этого проекта строит что-то свое, что, собственно, продается. Это один вариант. Второй вариант – это компания занимается в сотрудничестве с сообществом разработкой какого-то продукта и монетизируется уже, собственно, не построенный на базе него некий проект, а, скажем, расширенная версия. То есть, хочешь каких-то очень специфических функций, будь добр, заплати. Или еще один замечательный вариант – ты платишь не за нечто построенное на базе. Вот, скажем, хочешь пользоваться – пользуйся. Хочешь расширенной поддержки – пожалуйста, заплати. Тогда уже будет поддержка 24/7, то есть там в любой момент дня и ночи можно позвонить, техподдержка на твоем родном языке, откуда бы ты ни звонил, и так далее. Но это, естественно, стоит денег. Mm-hmm. Тоже схема монетизации, при том, что во всех трех вариантах контрибьюторы компании, они зарабатывают деньги и в то же время работают с сообществом. Mm-hmm. Ну, боюсь, что я не сильно большой специалист в этом вопросе, это фактически просто те схемы, которые я знаю. Думаю, ну, это, наверное, основные. На самом деле, действительно, самое огромное участие в развитии open source и Linux, в частности, имеют коммерческие компании. Uh-huh. Так или иначе, развитие IT-сложности систем, ну, действительно сейчас находится на таком уровне, что ни одна компания не может ничего сделать сама. Многие компании переходят на Linux от своих кастомных разработок именно потому, что они спустя годы поняли, что проблема поддержки, собственно, она вообще, ну, несоизмеримо выше. Uh-huh. Вот, им гораздо, ну, выгоднее, проще, удобнее, ну, скооперироваться между собой, возможно, на каком-то, на уровне low-level, а потом поверх этого делать продукты. Есть даже, ну, в принципе, для большинства open-source-ных проектов есть такая шутка там из разряда, если вы там успешный разработчик, то, ну, который занимается этим в виде хобби, то не волнуйтесь, вас вот-вот найдут. Uh-huh. Вот, потому что компании, ну, инженеров не хватает, и компаниям нужны люди в огромном количестве, в том числе на open-source разработке. Они очень активно людей находят, хайрят, нанимают, и, ну, люди начинают работать. Uh-huh. Ну, просто так. И тут я уже говорю не о, скорее, не о коммерциализации, монетизации, там, ну, open-source продуктов, а фактически о монетизации своих знаний Linux, там. Как mm-hmm. одно из направлений. Ну, а второе направление, очевидно, для большинства людей, грубо говоря, если мы говорим меркантильно, там, про Беларусь. Mm-hmm. Да, там человек знает, он находит себе работу. Там. Мне сложно там сравнивать с точки зрения условий, но четко однозначно, что там Linux в Беларуси востребован, и знаний, там, за знания там, по различному уровню компании уже готовы сразу сотрудника нанимать, и, собственно, он становится полезным там, разработчиком. Mm-hmm. Рынок диктует свои суровые законы. Если спрос большой, разработчиков мало, то, соответственно, условия предлагают больше, чтобы переманить. И здесь еще такой очень важный момент. Даже если компания нанимает Linux-разработчика не на open-source, опыт работы в open-source комьюнити, в open-source проектах однозначно влияет. Uh-huh. То есть это показатель, который, кстати, легко поддается проверке и оценке, что человек обладает определенным уровнем знаний и умений. Опять же, он работал в команде, он знает, как это делается. Uh-huh. То есть это готовый специалист, у которого, собственно, хорошо прослеживаемая история разработки. Фактически можно даже проследить, как у него там с стилем кода сейчас, там, делает ли он отступы грамотно, чтобы потом mm-hmm. все это читалось, как у него там с комментариями. Ну, я, конечно, слегка утрирую, но тем не менее. Значит, соответственно, это показатель, что человек достиг определенного уровня. Если этот уровень тебя устраивает, то вполне его уже можно нанимать. Поэтому, mm-hmm. в общем-то, да, отслеживают, нанимают, mm-hmm. да, то есть... находят. Вот. Один из путей развития для начинающих специалистов, да не только для начинающих, вот вам подсказка явная, куда можно двигаться. Может быть, о чем-то важном мы не сказали, я вполне могла что-то упустить, о чем вы обязательно хотели бы еще упомянуть? Ну, по сути дела, в принципе, еще раз хотелось бы упомянуть, что линуксовки проводятся не только для разработчиков, uh-huh. даже не только для опытных пользователей или администраторов. Они проводятся раз в месяц, в последнюю субботу месяца. Это каждый месяц, ежемесячно, обязательно, вне зависимости от того, кто там и как там заболел или умер из-за тех, кто его организует, тех, кто организует линуксовку. Обязательно каждую субботу, последнюю субботу месяца проводится линуксовка. Если вы придете на нее с каким-то ноутбуком, на который поставлен Linux, и у вас проблемы, вам постараются помочь. Я не могу вам обещать, что решат все проблемы, но в большинстве случаев, подавляющее большинство проблем решается.
Тем более, что там будет, по сути дела, большая группа специалистов, которые, в принципе, в общем-то, этот вопрос хорошо изучили, возможно, сталкивались конкретно с этой проблемой и знают решение. Uh-huh. Вот, поэтому, если вы готовы попробовать и хотите попробовать, приходите, не стесняйтесь. Опять же, там есть возможность установить любой Linux. Вот. Единственное, что если вы хотите поставить что-то, кроме Debian, который у нас в компании непосредственно есть локальное зеркало, пожалуйста, предупредите. Угу. Мы скачаем, поставим. Да, мы еще в конце, в текстовой версии интервью дадим ссылочку на более подробную информацию о линуксовках и организаторах и программе. А на этом, наверное, мы можем и завершать. Да? Пожалуйста. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо за интересный рассказ. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы подчеркнули для себя много полезного и интересного из нашей сегодняшней беседы. Спасибо, что провели это время с нами. И оставайтесь тут.